Раз, два, три. Почти все готово. Оп. Опа. Так, ну все. Мне пора. Не понял? Теперь это смертельный круг. Да, да подошел я уже, подошел, все. Звонит мне по 1000 раз. Лень, ну принес я тебе эту палку, я не понимаю, зачем? Ты за круг вышел? За какой круг, Лень, отстань от меня, я пошел, палку ему принес. Не понял? Вот мы и попали. Пу-пу-пу. Стоп, Лень, это что, алмазный круг? А как он здесь вообще оказался? Не знаю. Точно? Я его пошел и нашел случайно. А, я уж думал, ты сейчас скажешь, что ты его построил. Я бы тебе так дал по башке. Не. Ладно, Лень, давай подумаем, как отсюда выбраться. А, стоп, я ломать ничего не могу, Лень, это странно. Если из него нельзя выходить, то на палку. Так ты мне сам просил принести, что ты мне обратно отдал? Стоп. Что? Что? Ну, в смысле, она так и называется, что? М? Да, Лень, палка, говорю, так называется! А, стоп, а что если палка это может что-то сломать? Например, блок земли или блок травы или... Напишите в комментариях, откуда здесь этот круг мог появиться, я просто не понимаю. Есть идея! Подожди, Лень, смотри, я нашел блок, который ломается с помощью этой палки. Отлично, супер, если вы сейчас подпишетесь, то мы точно выберемся из этого круга. Не вздумай... Повезло тебе, очень повезло. Так что давайте быстренько на канал подписку оформляем. Тут сундук. Стоп! Книга! Притяни дерево. Что? Я не дерево. Вот ты меня притягиваешь. Отвали. Давай побудь немножко молча, хотя бы здесь. Потому что есть у меня небольшое ощущение, что это все из-за тебя случилось. Ты меня сфоткал? Это не из-за меня. Ладно, притянуть дерево. А как мы его притянем, если оно, во-первых, очень далеко, а во-вторых, у меня даже удочка просто до него не дотягивается. Ладно, попробую до другого. Ай! Смысла нет, Лёня, это какой-то обман. Я чувствую, что нас надурили. Сейчас принесу, подожди. А, Лёнь, стой. С круга же нельзя выходить. Ну ты, Лёнь, вообще... А, во, вот это дерево поближе, но притянуть его звучит странно. Ты это видел? Мы тут навсегда! Мы никогда не выберем! Да, я видел. Оно притягивается, Лень, в смысле? Как я только что это сделал? Ну-ка давай-ка еще раз. Реально работает! Что в смысле? Подожди, Лень, давай его в круг затащим, и у нас с тобой будут блоки. А так? Слушай, мне кажется, этот блок тут неспроста. Ну да, красный блок, он выглядит очень подозрительно. Давай его притянем на блок! О, Лень, хорошая идея, потому что сломать же мы этого дерева тоже не можем, как и любые другие блоки. Сейчас-ка мы его притянем. Вот так, вот так. О, получилось! Тихо, не кричи так громко. Секунду. Попробуй сломать. Лень, ну не получается сломать, не получается. А, стоп, а что если удочка ломает? О, точно, ну гениально, гениально. Это очень странно, конечно, но у нас сейчас будет немножко березы. Нужно только подумать, как правильно ее использовать. Это уже четвертый блок, сейчас будет у нас пятый блок. Ты мне ничего сказать не хочешь? Mm-mm. У тебя был алмазный топор? Mm-hmm. Дай посмотреть. На. Ты не переживай, я же все равно посмотрю. Он же за алмазным кругом, как ты его посмотришь? Опа, а вот, собственно, и началось. Пока здесь у нас все меняется. Нет, не надо, Влад. Надо, Леня. Не, стой. Надо. Осталось понять, что с этим всем делать. А, вот оно что! Лень! Что, Лень? Ну что, Лень? Кстати, ты мой топор не видел алмазный нигде? А, видел? Где? Я что-то не вижу его, Лень. Ладно, слушай, мы, кажется, перешли на новый уровень. И еще чуть-чуть мы явно выберемся отсюда. И что-то мне подсказывает, Лень, что этот люк здесь стоит неспроста. А что тут делать? Ну, если ты про мой канал, то на него подписаться нужно. А если ты про круг, то выбраться с него. Нужно придумать, как открыть этот люк. Пока непонятно немного. Ой-ой-ой, Лень. Там за дитя что-то происходит. Лень, у нас времени мало. А? Что делаем? Может, если все подпишутся, то это прекратится? А лайк? Может, лайк? Лень, ну будь немного серьезнее. Какой лайк? О чем ты? Лайки вообще в прошлом. Ладно. Мы, кажется, это перепутали чуть-чуть. Что делаем? Что делаем? Давай, давай, давай. Бегом. Давай скорее, соображай. Мы сейчас умрем, Лень. Страшно. Лень, давай люк откроем. Люк, открывай скорее. Все, Владу. Ну все, нам конец. Мы сейчас помрем. Нет. Фух. Смотри. Стоп. Там что, рычаг появился? Серьезно? Ну нет. Вы прикалываетесь, что ли? А как? Как мы должны были...
Тихо. Лёнь, я вот из-за тебя чуть не упал. Из-за меня? Ну да, все проблемы из-за тебя. Чё ты только что сделал? Может это, обойдем? В смысле обойдём? Барьеры. Как барьеры? Я только что вставал вот сюда, краем ноги на алмазный блок. Ладно, ладно, нас, кажется, серьезно здесь троллят. Прям серьезно троллят, я бы сказал, эти барьеры дурацкие. Ладно, Лёнь, давай нажимаем на рычаг, у нас больше нет особо других вариантов. Я сейчас так испугался! Это жесть! Ладно, Лёнь, давай мы подумаем сейчас, что делать здесь. Мы вроде как теперь в пещере, и у меня не зря есть 5 штук березы, а они нам сейчас очень сильно помогут. Не слышу. Чё? Я после взрыва оглох немного! Так, ладно, ставим верстак, сейчас я сделаю палки себе. Для начала, конечно же, я сделаю себе деревянную кирку. Чё делаешь? Чё делаешь? Чуть не вышел за круг! Сейчас ты выйдешь за круг! И не один раз! А сколько? 2! 3! Лёня, будешь выпендриваться, выйдешь за круг столько раз, сколько на канал сейчас подпишутся. Не вздумай. 0 раз. Потому что никто не подпишется сейчас на канал. Ты уверен в этом? Ну да. Если подпишутся, то я съем реактивные сырники. Упс. Блин. Давай. Пора. Дай хотя бы хлеба, ё-моё. Ешь! Ладно. Смешно тебе. Эффект 10 минут длится. Отлично, значит у меня будет 10 минут полного спокойствия. Что ж, это было шикарно. Это лучшее, что он мог сейчас сказать, что вы не сможете подписаться на канал. Отлично, как хорошо, что у меня замечательные подписчики. Так, у нас есть 3 булыжника, как он там? Неплохо, неплохо, неплохо. Я считаю, это прекрасно. Каменная кирка, мы сейчас добудем железо. Я знаю, я понял, как выбираться сейчас из этого круга. Все, это слишком легко. Ну что ж, ой, чего? Стоп, это что за факел здесь? Подожди. Это он храпит? Ладно, я пока что не особо понимаю, что эти факелы значат, но похоже на какой-то лабиринт. И они наверняка куда-то ведут. А у меня есть уже булыжник для того, чтобы сделать печку. Сейчас-ка мы переплавим все наше железо, и что тебе надо? Вот же, вот, вот, Владус, вот. Что? Подожди! У тебя все это время был бур? Нет, ну в смысле был. Ты что совсем, Лёнь, ты мог сразу нам... Погоди, что это за пещера такая странная? Здесь есть уголь, железо, редстоун есть. А алмазы, это все понятно, но, Лёнь, я сейчас немного не понимаю. Может быть, здесь есть где-то выход? Подожди, можно вопрос? Ну, вообще нежелательно. Ну, да ладно, давай. Сколько лайков надо поставить? Чтобы что? Чтобы мы выжили в космосе в лавовом треугольнике смерти. Ну так, к слову. Молчи, 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 молчи. Давай нисколько, нисколько, не надо, не надо никакого лайка ставить, ребята. Забудьте про лайки, они в прошлом уже. Сейчас, не вздумайте ставить... Стоп, я нашел кнопку. Эй, Лёнь, я кнопку нашел! Может, 15 тысяч лайков? Я нашел кнопку! Стой! Лёнь, это я нашел! Я же ему реально по башке дам сейчас. Лёнь, не надо ее нажать. А то, что он телепортировался, это хорошо. А вот то, что молния ударила, не очень. Но я все равно на нее жмакнул. О, нет. Подпишись прямо сейчас, чтобы не пропустить эту серию.